конечно. Точно. Ага. Так. И уходим. Пап, выходи. Папа, открывай. Папа, открывай. Опять очередь? Ага. Да. Пап, ну ты вообще-то не один живешь в этой квартире. Завтра готов. Мы не можем. Мы еще не умылись. Боря. Боренька, ты все задерживаешь. Представляешь? Новая бизнес-идея. Я придумал, как оптимизировать расходы нашей компании. Родной, лучше бы ты подумал об оптимизации наших расходов. Давай, проходи. Эй! Так нечестно, я первый занял. Ну, я не знаю, надо было покупать квартиру с двумя ваннами. Да, конечно, и тогда бы мы кредит выплачивали не 15 лет, а 30, так? Ну. Ля-ля! Ля-ля, открывай! Ля-ля, ты, между прочим, не одна живешь в этой квартире. Боря, ну ты можешь поесть нормально, ну пожалуйста. Угу. Да, дорогая, очень вкусно. Ну какой ты пример нашим детям подаешь? Ляля, что? Я просто пытаюсь вернуть папу в реальность. Да. Пора на работу. Пап, а сколько будет 17 198 умножить на 100 250? 1 724 099 500. Правильно. А в каком классе я учусь? Ты. В каком классе она учится? В седьмом. В седьмом. А ты в каком? Пап, ну чё, в третьем. Да. Как летит время. Ну все. Я на работу. Давай. Доброе утро, Сергей Иванович. Здрасте. Мог бы и нас подвезти. Ляля, ты же знаешь, что служебная машина папа не может. У Катиного папы тоже мэр служебный, но ее шофер каждый день в школу увозит. Знаешь что? Материальные блага – это не главный показатель человеческого счастья. Еще пока никто не умер от поездки в школу на маршрутке. Все, давайте, мы опаздываем. А ну, улыбнулись. Топ, у нас сейчас футбол с Бэшками. Мальчик Ливанович, погнали. Пожалуйста. Нам сегодня ничего не задали, а до музыкалки еще 3 часа. Я сказала нет. Еще успеешь поиграть в свой футбол. А если упадешь, руку поранишь, у тебя конкурс, между прочим, через неделю. Пойдем? Пойдем. Боря! А? Доклад зачетный. Но только зря ты перед Даниловичем распинался. А что? Говорят, нас купил очередной новориш. Юрий Гоноров. Слыхал о таком? 23 года, успешный бизнесмен, владелец холдинга. У него там все, сеть закусочных, заправок. Он самый. Подожди.
такой же на рынке ценных бумаг никогда не работал. Вот именно. Мозгов ноль. А денег и понтов куча. Придет, будет строить нас, как своих официантов в общепите. И о привилегиях ценным сотрудникам, вроде твоего служебного авто, можно забыть. Данилыча выпрут, как пить дать. Слушай, а зачем увольнять топ-менеджера одной из самых прибыльных компаний города? Ник, не подкинешь нас по пути? Не думаю, что нам по пути. Кроме того, кто-то же должен на маршрутках кататься. Иначе для чего они? Вот козел. Понятно, почему друзей нет. А мне Люмпинов друзья не надо. Поехали. Урод. Не обращай на него внимания. Он не урод. Мне кажется, Ник не такой, каким хочет казаться. Привет, девчонки. А что ему нужно было? Увы, дело ваше. Может, я разберусь с ним? Все в порядке. Ну, если что, ты только скажи, Ляля. Артем, я же сказала, я сама разберусь. Пойдем. Посмотрю. Только 15 минут. Вероника Абрамовна говорит, что ты мало занимаешься, а у тебя скоро важнейшее выступление. Да помню, мам. Чтобы стать великим скрипачом, следует забыть обо всем, кроме музыки. Так, и давай не кривляйся. Твоя учительница права. Ты куда? Меня Галка ждет. Ты уроки сделала? Почти. Что значит почти? Ну, одна задача по математике не получается. А должна получаться. У тебя папа титан в математике. Значит, я в тебя. Пока. До завтра. До свидания. Здесь. Добрый вечер, Боренька. Здравствуйте, Лена Петровна. Скажите, а что там с финансовым кризисом слышно? Доллар продавать или нет? Ну, у меня, конечно, немного, но рисковать своими копейками не хочется. На следующей неделе тренд падающий. Продавайте. Ясно. Как дела? Нормально. Что нового? Да вот цены на золото продолжают падать, а индекс ФРС Филадельфии замедлился. А что у тебя нового? У меня ничего. А у меня? В каком смысле? В прямом. Что у меня нового? Тебе интересно, Борь? Ты вообще помнишь, как меня зовут? Прости, Марин. А что у тебя нового? Карповы закончили свой бесконечный ремонт. Теперь никаких перфораторов. Кто такие Карповы? Карповы? Это наши соседи снизу, Боря. Пора бы уже запомнить. Сейчас. Ляля, дочь твоя, если ты забыл, не может решить задачку по математике. Позанимался бы с ней, папаша. Конечно, позанимаюсь. Ляля! Ляля гуляет с Галей. А кто такая Галя? Галя. Это подруга Ляли. Ну,
погуляю, позанимаюсь. Прошу. Привет. Значит, нужно резко снизить расход на заработную плату и повысить доходность портфеля ценных бумаг. Каким образом, юноша? Наибольшую доходность имеют акции молодых, быстрорастущих компаний. Это азбучная истина. В портфеле таких бумаг каждой серьезной компании не более 15%. И увеличивать их долю – это очень рискованно. На падении курсовой стоимости можно потерять миллионы. Никто не едет? Нет. Ну ладно. И как его фамилия? Нефёдов. Сегодня же уволить этого хама. Но, Юрий Радич, видите ли, Нефёдов наш лучший аналитик. Он, может сказать, гений в математике. А зачем нам гений в математике, когда давно уже есть калькуляторы? И они, в отличие от него, не болтают. Нет. Ну, видите ли, ну, Нефёдов, он немного со странностями, но... А зачем нам люди со странностями? Мне нужны вменяемые сотрудники, которые понимают, кто здесь заказывает музыку. А самым вменяемым должен быть директор. Я ясно выражаюсь, господин директор. Вот и чё. Да не так. Да не так надо. На попаста. Аккуратнее обидку не порвите, Вань. Ну где ты их нашел? Ну сделай что-нибудь. Резко сок надо заносить. Иван, поставь мне пол-литра, я тебе дрянь занесу за секунду. Отстань, чиновник. Ой-ой-ой-ой-ой. А пропустите нас, пожалуйста. Давай. Новую мебель завозите, да? Завезешь с ними, как же. Сосед. Должен, на хлебушек не хватает. Знаю я твой хлебушек. Не дам и не проси. Ой, Мариночка, как хорошо, что я вас... Анна Петровна, извините, пожалуйста, мы очень опаздываем в музыкальную школу. Давайте в другой раз, извините. Угу. Лялечка, дочка, что случилось? Ты почему такая кислая? Мне Нина Павловна за папино решение двойку влепила. Сказала, что таких алгоритмов даже она не знает. Ну, ничего страшного. Ты же исправишь. Ты же молодец. Давай, беги домой. Мы опаздываем на музыкалку. Давай. Откуда же мне было знать, что это новый босс? Надо было знать, Нефёдов. Информированность – это наше главное оружие. Разве это не ваша любимая фраза? Но я не думаю, что… Вам думать по должности положено. В общем так. Идите к нему и вымаливайте у него прощение. То есть как-то вымаливать? Я не знаю. Я не знаю, бейте себя в грудь, виноват, мол, попытаюсь искупить вину, не признал, да хоть на коленях стойте. С каких это пор профессиональный уровень сотрудников определяется их умением раболепствовать? Не хотите потерять работу, будете раболепствовать, ясно? Не буду! Нефёдов! Нефёдов! Не буду! Нефёдов! Вернитесь!
А ты почему так рано? А что это за вещи? Ну, это мои, с работы. А ты зачем их притащил домой? Мои? Меня уволили. Пап, твое решение, оно... Ляля! Не сейчас. Как уволили? За что уволили? Не понравился новому владельцу компании. Боря. Боря, увольнение – это не конец света. Да не увольнение дело. Понимаешь, обидно ж, что какой-то там сопляк с незаконченным средним образованием выкинул меня как собачонку на улицу. Да, Марина, видимо, не того мужа ты себе выбрала. Ты глупости не говори. И не раскисай. Ты классный специалист. Да, классный. Но очень узконаправленный. Вероятность найти работу по моему профилю в нашем городе равна примерно 3%. В столице – 25%. В Нью-Йорке – 60%. Мы едем в Нью-Йорк? Нет. Переезжаем в столицу? Нет. Ляля, оставь папу в покое. Дети, меня уволили. Как же уволили? Ты же самый умный в вашей компании. Мама. Алло, да, мамочка, привет. У нас все отлично. Да. А меня опять повысили. Как повысили? Тебя же уволили. Мам, ну, конечно, это не карьера большого ученого. Но... Не вздумайте бабушке Лене рассказывать, что нашего папу уволили. Иначе нам всем. Это понятно? Молодцы. Все. Войнова! Ты ли это? Димка! Да! Тимошин! Да, привет! Привет! Сто лет тебя не видел! Привет! А ты почему не ходишь на встречи выпускников? Да некогда мне. То на сафари в Африку, то пингвинов ездить посмотреть. Так ты путешественник теперь, да? Ага, путешественник. Бизнесом я занимаюсь, а путешествия так, для души. А ты, значит, здесь работаешь? Нет, у меня тут сын учится. Ясненько. Ой, ну, ты еще красивее стала. Ну как? Ну куда уже? Может, да перестань. Я, между прочим, не Буйнова уже, а не Федова. Не Федова? Угу. Ну, моя фамилия тебе больше пошла? Я так не думаю. Ой, Боренька, здравствуйте. Здравствуйте, Анна Петровна. Вы сегодня что-то поздно на работу? Я давно хотела с вами поговорить. Знаете, Боренька, в наше время родители не разрешали девочкам в таком возрасте допоздна гулять и все время обсуждать мальчишек. Правда, ваша Мариночка смотрит на этот вопрос так... Мысли. Подождите, каких мальчишек? Я так и думаю. Ну, конечно, отцы, они всегда узнают все последнее. Простите, я очень спешу. Да, так, конечно, Боренька, вас не задержу. Только знаете, Лялечка, в таком возрасте упустите сейчас, потом будете жалеть всю жизнь.
привет. Привет. Как твои собеседования прошли? На первое я опоздал из-за Анны Петровны. Прилипла, как банный лист. Говорила про Лялю, про ее поздние прогулки. Ты больше ее слушай. А вторые два? А двум других сказали, что такие специалисты не нужны. И что нам теперь делать? Не знаю, может быть, частым извозом заняться? Как после свадьбы, помнишь? Боря, человек с таким интеллектом, как у тебя, и в таксисты, ну бред. Ну что ты такое говоришь? И потом, ты 100 лет не сидел за рулем. Нам не хватало еще для полного счастья ДТП. Послушай. Я не закончила. Если твоя мама узнает, чем ты зарабатываешь на жизнь, она меня убьет. И ты это знаешь. А может, с Карповым на стройке кирпичи таскать? Нет. Или с Чинариком бутылки собирать? Мы обязательно что-нибудь придумаем. Я с тобой. Вероника Абрамовна тебя ждет. Ты у меня молодец. Давай, пока. Я нет, это просто совпадение. Цветы тоже совпадение? Прости, цветы не тебе. У меня у тетки сегодня день рождения, она здесь завучем работает. А, я поняла. Марин, дай мне 5 минут. Я быстро метнусь, приду, где-нибудь посидим, встречу отметим. А? Ну ладно, я могу подождать. Но только у меня час, пока Антоша на занятии. Не хватит. 5 минут. Да? Большой торговый комплекс в центре открыл. На жизнь грех жаловаться. Здорово. А семья? Семья, ну тут не сложилось. Был пару раз женат, детей нет. В общем... А у тебя сын? Сын и дочке 13 лет. 13 лет? Ты когда успела? Ну как, я вышла замуж на первом курсе. Ничего себе. Серьезно? Подожди, я загремел в армию, а если бы поступил бы, учился с тобой? Куда поступил, Тимошин? В ИНЯС? Ну да. Ты вспомни, как ты в школе переводил с английского. А у девочки были большие голубые уши. Уши, да, я помню, да. Честно говоря, сейчас English для меня то же самое. Что уши, что глаза, одна коза. Да. Ну ты, я закончила. Я закончила, я теперь переводчик французского и английского. Где работаешь? Я дома сижу. В смысле? Ну... Антошка часто болел в детстве, и работодатели устали от моих бесконечных больничных, так что как-то так. Буйнова, ну ты даешь. Я кем угодно мог тебе представить. Бизнес-леди, журналистка, атташе при каком-нибудь посольстве. Ну никак не домохозяйка. Так, ладно, у меня час уже прошел, я, наверное, пойду. Да. Я была рада тебя видеть. Я тоже очень рад был тебя видеть. Помочь? Борь, тебе что, заняться нечем? Морковку почисти. Слушай,
Слушай, а помнишь, я тебе рассказывала, что я встретила своего бывшего одноклассника Димку Тимошина? Представляешь, у него какая-то своя большая фирма. Какой Димка Тимошин, который за тобой в школе ухаживал, что ли? Безуспешно, заметь. Так вот, у него какая-то большая фирма своя. Приглашает поработать переводчиком. Зарплата хорошая. Боря. Вот это тесак. Разделывать мясо. А вот это овощерезка. Смотри, как она работает. Раз, два, три. Видишь, как легко? Три. А? Понятно. Давай. Послушай, не надо тебе работать. Я вот-вот устроюсь. Да я уже месяц это слышу, Боря. Ты вообще 100 лет не работал. В том-то и дело. Пора в люди выходить. А ты пока дома посидишь вместо меня. Поищешь работу. Нет, я не смогу. Ай! Видишь, я ничего не умею. Давай сюда. Ничего. Научишься. Так, отвезешь Антошку в школу, вернешься, закинешь в стиралку белье. Я рассортировала отдельно белое, отдельно цветное. С режимом, я думаю, ты сам разберешься. Далее. Ты готовишь суп. Рецепт на столе. Морковку и лук я для зажарки уже нарезала. Далее, в 1:30 ты забираешь Антошку со школы, возвращаешь домой, кормишь и везешь в музыкалку. А после этого заезжаешь в продуктовый. Вот список продуктов. Возвращаешься домой, пропылесосишь в каждой комнате. И микроволновка. Она искрит. Нужно позвонить в сервисный центр. Марина, может, ты не поедешь? Что значит не поедешь? У нас, между прочим, кредитный платеж через неделю. Ты забыл? Справишься, не страшно. Ничего страшного, пап. Я тебе буду помогать. Па, ты у нас теперь домохозяйка? Домохозяин. Круто! Мы в школе на труде будем фартук шить. Теперь я знаю, с кого мерки снимать. Очень смешно. Все, я ушла. Мам, у меня змейка на рюкзаке заела. Все, к папе. Я опаздываю. Целую. Давай. Давай я сделаю. Так. Ой! Прости. Это был мой любимый рюкзак. Прости, я потом все зашью. Ну, спасибо. Давай, скорее, мы же опаздываем. Ой! Где у нас молоток? Ну, может, не сейчас, пап, а то в школу опоздаем. Точно. Держи. Побежали. В тапочках? Точно. Сейчас. Что так народу-то много? Что случилось? Так каждое утро такая толпа. Тебя раньше возили, вот ты и не был в курсе. А где Ляля? Такие в другую сторону. Она с той остановки ездит. А почему? Мы в разных школах учимся. Забыл, что ли? У нее с английским уклоном, а у меня обычное, чтобы от музыки не отвлекать. А. Понятно. Да, Марин, привет. Ага. Да чуть не опоздали. Да потому что в вашем маршрутке влезть невозможно. Ага. Микроволновку? Да, звонил. А чего? Да сказали, мастер придет через неделю, у них очередь. Да ты не волнуйся, я сам ее починю. Чего ты? Да. Антошку? Нет, не забрал. А что, уже пора? Ты все, бегу. Thank you.
Ну что, ботан? Не пришла твоя мамочка? А самому домой добраться. Слабо? Дал. Да он не мой. Он только на своей балалайке фирикать умеет. Когда деньги подгонишь, балалаешник. Или мамочка забыла на завтрак дать? Эй! А ну не трогайте его! Это что за бегемот? Сам ты бегемот, это мой папа. Да я вам сейчас уши надеру! Сначала догони, толстяк! Да. Ну, давно они так над тобой издеваются? Сентября. Сентября? Что ж ты ни мне, ни маме ничего не сказал? Маме жаловаться не по-мужски, а ты все время занят был. Подумаешь, занят. Все равно надо было сказать. Так. Так. А ты любил школу? Очень. Еще великий Сенека сказал, сколько бы ты ни жил, каждый день следует учиться. Я с тобой как с папой, а ты со мной как энциклопедия. Сынок, мне нравилось учиться. Тебе разве нет? Когда как. Пап, а над тобой в школе издевались? Да нет, как ни странно. Я за всех делал контрольные по алгебре. Не зазнавался, никого не сдавал. Везет тебе. Меня в школе постоянно задирают. За то, что слабак. За то, что маменькин сынок. Я так хотел на карате записаться. Но мама не разрешила. Сказала, что непременно травмирую пальцы. Я поговорю с мамой. Правда? Спасибо. Торопить, но до музыки осталось полчаса. А, да. Все, пошли. Надеюсь, продажи в моем торговом центре вашей одежды пойдут успешно. Oui, j'espère que la vente de vos vêtements de mon cercle commercial va bien passer. Elle est vraie, Brigitte? Oui. Je pense qu'il est trop tôt pour en parler. Месье Бартье считает, что об этом еще рано говорить. Передай месье Бартье, что я готов не только говорить, но и действовать. Кстати, ты очень хорошо выглядишь. Тимоша, мне это что, тоже переводить? Как хочешь. Месье Тимошин, espère que votre collaboration sera longue pour tous. Oui? Oui. Вероника?
Вероника оправданно сильно ругалась? Прилично. Она вообще вредная. Ну, ты не бойся, я тебя не выдал. Сказал, что в пробке застряли. Сесе, одолжи сотку. Сердце прихватило, валидол надо купить. Боюсь, до завтра не доживу. Конечно. Сейчас. Это не чинарик, а дядя Степа. Наш сосед сверху, с восьмого этажа сверху. Без разницы. Ему же нельзя деньги давать. Почему? Мама сказала, что ни в коем случае. Пойдем. Приятного аппетита. А это точно можно есть? Можно. Это вообще что? Суп или каша из вермишели? Кулеш. Да, в общем так, ничего. Да чего так? Это же просто кошмарный кошмар. Даже наши столовки и то суп лучше. А давай скажем маме, что было так вкусно, что мы ей все слопали. А сами тихонечко этот кулеш выбросим. Нет, скажем всю правду. А есть-то что мы будем, а, папочка? Ладно, пылесос же старый был. Не знаю, его мама покупала. Ну, скажем, что от старости сгорел. Раня! Ты мне скажи, что это? Ты чем накормил наших детей, а? Что вы сделали с моим моющим пылесосом? Он совсем новый, Боря. Марина, я тебе сейчас все объясню. Что ты мне сейчас объяснишь? Вы нас заливаете. Подождите. Опять чинай. Боря. Степан, откройте. Откройте дверь немедленно. Боря, открывай. Подожми. Ну что ты там говоришь? Вернуть надо. Давайте позвоним, может, он не слышит. Все. Так я и знал. На, держи. Да что ж такое? Ну, чинарик, ну, сволочь. Так и знал. Как напьется, сразу потом. Вот найду этих вредителей, заставлю оплатить наш ремонт. Боря, ты не знаешь, кто ему денег дал? Понятия не имею. Потопа и моего сгоревшего пылесоса. А, везде опоздали и в школу, и в музыкалку. Ясно. Ничего страшного. Первый блин всегда комом, Боря. Но ты справишься. Я в тебя верю.
Ну, наконец-то. Антош, ну что так долго? Сегодня же концерт, мама уже 3 раза звонила, ты забыл? Я дежурил, пришлось класс убирать. А, ну пошли. Нефёдов! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы отец Антона? Да. Нормативы сегодня снова не сдал. Что ж вы так сына-то запустил? И себя, кстати, я посмотрю тоже. Спортом надо заниматься, папаша, спортом. Займемся обязательно. Пойдем. Идем мы, значит, по Сильве. Зеленый сумрак. Ну, вообще ничего не видно. Насекомых столько. Ну, в страшном сне не приснится. Клещи, осы, слепни, муравьи. И, в общем, мне за пазуху падает паук. Тима, а где наши французы? А, да не знаю, придут, куда они денутся. Вот. Я на работе, пожалуйста, Дим, ну за... я твой босс, со мной можно. Ну, так. И я, значит, цепенею. Вот, вот так вот. Я не знаю, что там происходит. Сзади туристы визжат от ужаса, не знаю, что делать. Подходит ко мне очень спокойным видом наш проводник, парень из местных. Засовывает мне руку, значит, за шиворот, вытаскивает вот, вот такого вот монстра. Мохнатый, как мамонт. Я потом только в интернете узнал, что если бы этот красавчик меня укусил, и если бы я в течение 5 минут я не вколол противоядие, все, все, не было бы у тебя босса. Дим, прости, пожалуйста, у меня сегодня у сына важное выступление, я позвоню. Давай, давай. Извини. Да, Марин, да. Рубашку нашли. Ну как, какую? В полосочку. Не ту рубашку? Антош, снимай рубашку. Не та рубашка. Мама другую, белую, приготовила на концерт. Во, вот эту. Да. Да, победили. Ну, то, что ты оставила. Рагу и салат. Рагу и салат? Да, наелись. Что ж, я идиот, ребенка на концерт голодным вести. А. Причесались? Да? И умылись? И зубы почистили? Да-да-да. Обувь? Бабуля? Какую? Коричневую? Не ту, не ту, а черную. Черную. Все, мы готовы. Все, я готов. Пошли. Да-да-да, взяли, взяли, взяли. Скрипку взяли. Что ж, я дурак? Ребенка без скрипки на концерт вести. Смотрите, кто к нам пришел. Когда деньги подгонишь, лошарик? Нет у меня денег. Так попроси у своего папаши жиртреста. Или на балалайке своей заработай. Ишь, вырядился, как пингвин. А, выступать собрался. Так получше будет, скажи, Гриш. Ага. А то с бегемот идет! Ах вы паршивцы! Ох. Так не реви. Быстро переодеваться. C'est bon de vous voir? О! Здоровушки! Ты посмотри в другом ящике. Bonjour! Comment ça va? Ça va. Ça va. So, so. Марина, 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 Марина. Переведи, не понимаю. Переведи, не понимаю, что они говорят. Bonjour. Madame. Bonjour. В общем, у моих возникла проблема, они не могут разобраться с рубашками. У моего сына сегодня академконцерт. Если он не поведет, мне будет катастрофа, понимаешь? Все, я понял. Поэтому мне нужно уйти. А, дружище, можете я на скотч? Да. One second. Я, значит, ненадолго отъеду, да? Берешь двух парней сзади меня? Да. Надо накормить, напоить, потом, чтобы чувствовали себя просто молодцами. Договорились? А я чуть позже буду. Sit down, please. Sit down, sit down. Sit down. Давай, 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 мужики, давай. Ешьте, пейте, все за мой счет. А я скоро буду поехать. Дима, прости, мне очень неудобно. Все. Я все заранее приготовила, но они не могут искать. Я положила туда, чтобы муж погладил, а он забыл. Все, опоздали на смерть. Че, че? Сейчас вызовем такси. Черт, а?
Вчера все деньги в супермаркете потратил. Ты куда? Домой. Все равно уже не успеем. 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 Пап, ну ты же на ней никогда не ездил. Сынок, было время, когда на ней даже бомбил. Правда, это было давно. Сейчас. Сейчас. Ну что, ты ездить разучилась, что ли, а? Ну, да заводись, ну, пожалуйста. Это все, пап. Мы опоздали. Я домой. Ты нормальный человек? Где вы такую мятую рубашку нашли? В шкафу. Все остальные в стенке. Ты тоже нашел время садиться за руль. На такси нельзя было поехать? Да я... Что я? Я надеюсь, ты сможешь Антошку сам забрать. Нас французы ждут. Да я еще на конкурс приеду, сына поддержать. Ну что, погоним? А успеем? Еще как. Я же в прошлом гонщик. А гонщиков бывших не бывает. Финансистам мало платят. Я вот у себя на стройке и то на новую машину заработал. Да раньше не нужно было. Тут понадобилось. У сына концерт. А она не заводится.
Небось, аккумулятор сел. Ладно. На автобусе поеду. Ладно, давай прикурю. Соседи как-никак. Ну? А ну давай еще попробуй. Да пробую я, не получается. Ну, значит, не судьба. Знаешь что, выбрось ты эту рухлядь на металл. Слышала? Я тебя на металлолом сдам. Давай! О! Завелась! 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 Вот так прям очень близко Джеки Чана видели. Вот так совсем рядом. Да. Давай, Антошечка, выходи, мы уже приехали. А круто! А вы еще расскажете и про пустыню? Расскажу в другой раз. Выходи, выходи. Сейчас бегите. Бегите, а то опоздаете. Давай. Скорей, скорей, скорей. Что ты плетешься, как черепаха, ну? Тебе же 75 лошадиных сил. Саботажница. Сейчас, сейчас! Чё ты встал? Давай быстрее, убирай свою колыбаву! Сейчас! Дружище? Да? А вот, извините, здесь вот два француза сидели, друг моих. Уже ушли. Как ушли? Давно? Обедать отказались, выпили кофе и адьё. Дим, прости меня, пожалуйста, это все из-за меня. Да ладно. Главное, что мы твои проблемы решили. Ям так плохо? Вероника Абрамовна сказала, что отвратительно. Что худшего выступления она не слышала. Что она еще сказала? Ну, что ты виноват, не приехал, а я нервничал, поэтому так и выступил. Да, наверное, она права. Я виноват. Да, а у Димы джип носится как реактивный. У Димы? Ну, это мама своего начальника так называет. Представляешь, он гонщиком был и с парашютом прыгает. Ценный жизненный опыт. А еще у него черный пояс по карате. И он Джеки Чана живьем видел, когда в Гонконг ездил. А когда в Антарктиде был, с пингвинами купался. С пингвинами? В Антарктиде? Ну-ну. Честно, пап, он страшно закаленный. Зимой каждое утро в прорубь ныряет. И умеет выживать в любых условиях. Он однажды в пустыне добыл огонь трения. Вот так палочку тер. Ну, конечно. Зажигалка – это пережиток цивилизации. Так зажигалка-то потерялась. А знаешь, сколько он на одной руке может отжаться? Ну? 50. В общем, тебе этот Дима понравился, да? Еще бы. Я бы хотел быть таким же, как он. Ну чего ты взъелся на него, Борь? Если бы не Дима, наш Антошка бы вообще на конкурс не попал. Да лучше бы не попал. Правильно. Нужно всей семьей сидеть дома и бить баклуши. Это я баклуши бью? Боря, у тебя был набор простейших заданий. Как можно было с ними не справиться, скажи мне? Ну, твой Димочка совсем справляется. И пингвинов дрессирует, и с парашютом прыгает. Агент 007, блин. Никакой он не мой. Боря. Родители, дайте поспать. Thank you.
Ну ладно, Борь, ты не бьешь баклуш. Не надо меня успокаивать. Я жалкий, никчемный неудачник. Я так не говорила, Борь. Не то, что костер в пустыне развести. Я суп сварить не могу. Я, конечно, в прорубь я не ныряю. Я отжимался последний раз лет 20 назад. Но это не значит, что я без руки и не приспособленный к жизни идиот. Справиться я еще не могу. Ты моя луковая, ты почему не спишь? Да я... Может, не надо? Надо, Антош, надо. Директор школы должен знать, что старшеклассники издеваются над младшими школьниками. А Дима сказал, что настоящий мужчина должен сам себя защищать. Конечно, Дим сказал. Куда уж нам? Ой! Ой, подожди. Ой, мальчик. Не надо. Я помочь хотел. А он решил, что наоборот. Теперь тебя вызовут в школу, а не его родителей. Я его случайно толкнул. Не поверят. Ой, может, пойти сразу сдаться? Пап, езжай домой. Подведем итоги. Так, он успешный, красивый, богатый, спортивный бизнесмен, гонщик, каратист, прыгает с парашютом, выживает в любых условиях, все умеет делать. Я толстый. Неуклюжий, безработный, бесперспективный вы, батенька. Там отличные активы, а тут сплошной пассив. Зато я умный. А толку? Ну что, молодец, Кондратюк, хорошее время показал. Таким результатом можешь рассчитывать на место в сборной города. Давай, давай, продолжай работать. Давай. Молодец. Здрасте. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Здрасте. Да вот, хотели с сыном себя форму привести, спортивную. Ну, в принципе, ничего невозможного нет, конечно, но активный спорт требует много усилий, упорства, смелости. Вот, вот, к примеру. К примеру, с вышки прыгнуть, а? Ну и что? Подумаешь. С вышки так с вышки. А? Пап, может, не надо? Я боюсь. Ты что, струсил? Чтобы я больше такого не слышал, понял? Ну, мы готовы. Mm-hmm.
папа? Нормально. Худеть тебе надо. Ничего страшного, пап, что ты не умеешь плавать. Не бойся, я маме не скажу. Да я не умею плавать. Я плаваю, как дельфин. Я просто неудачно вошел в воду. Что большую кастрюлю разогревать нельзя, а то весь суп скиснет. Надо в маленькую перелить. А я знаю. Иди лучше руки помой. Я уже. Ну, спасибо, сосед. Отплатил за помощь. Ну, как же ж так, а? Ну что ж такое? Ёлки-палки, а? Ну так и есть, на ручник не поставил. Как тебе поставил? Я же всегда... Простите, я не нарочно. Вы скажите, сколько за ремонт я заплачу? Новая машина, только из салона. Ой. Тут вмятина небольшая, они ее выпилят, краской покрасят и все. Извините. Так что, Мариночка, сегодня аварийный день. Ну, лифт не работает, а в новостях сказали, парад планет и затмение. В детском садике детки потравились, мужчину на стройке краном придавило. Да, да. А твой-то... Вообще, ДТП устроил. Что устроил? Машину Карповых вдребезги разбил. Так что, Мариночка, аварийный день. О как! Почти получилось. Вот только со дна корка никак не держится. Сейчас, сынок, объявление допишу и... Помогу тебе. Боря! Боря! Что? Так. Молодец, Боря. Мам, папа не виноват. Это я забыл газ под кастрюлей выключить. Не надо меня выгораживать. Это я не выключил. Срочно продам смартфон в отличном состоянии. Ну и сколько мы должны? Кому? Кому? Я все знаю, Боря! Завтра же у Димы возьму деньги, и мы оплатим этот ремонт. Все, хватит! Никаких Дим! Я сам все оплачу. Завтра же устроюсь на работу. Хватит из меня домохозяйку делать. Антош, меня точно в школу не вызывали? Точно. Странно. Здрасте. Доброе утро. Ишь ты, видел? Вежливым стал. Папа решил твою проблему. Ну все, удачи на урок. А тебе с работой. Еще раз своему папаше нажалуешься, я с тебя скрипичный ключ сделаю. Понял? Пошел отсюда. Ну как твое свидание? Ждала больше часа. Все, больше знакомиться по объявлениям не буду. А я тебя предупреждала. Да, войдите. Здравствуйте. Это вы трудоустраиваете узкопрофильных специалистов? И на чем вы узкоспециализируетесь?
Я финансовый аналитик. Да неужели? Присаживайтесь. Ага. Спасибо. Вы знаете? Туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Где вы раньше работали? TCH Group. О, это очень солидная компания. Почему уволились? Мы не сошлись во взглядах с новым руководством. А что заканчивали? Ну, я по первому образованию математик. Второе у меня экономическое образование. А могу диплом показать? Да, конечно. Ага. Я по поводу французов. Мне удалось перехватить их в аэропорту, а они готовы продолжить наши переговоры. Потрясающе. Ты просто чудо. Что бы я без тебя делал? Ну, без меня бы ты давно уже с ними заключил контракт. Без тебя? Я бы вообще их не понял. А у меня для тебя есть сюрприз. Держи. Сертификат. Что это? На экстрим развлечения. Сама выбери, что тебе интересно. Можешь на параплане полетать, можешь на квадроцикле погонять или бенджи-джампингом заняться. Ну, а я чуть позже присоединюсь к тебе. Тимошин, а? Прекрати соблазнять замужнюю женщину. Кто я? Ну, не я же. Слушай, я просто хотел тебе сделать сюрприз. Знаешь, мне в жизни хватает сюрпризов. Угу. Ну, спасибо. Ну, сплошные плюсы. Он не игрок, как мой первый муж. И совсем не пьет, в отличие от второго. А главное, он такой умный и перспективный. Из него академика можно воспитать. Но он ведь женат. Это единственный минус. Но ты не заметила. Он такой заброшенный. Вот увидишь. Такая жена не стена. Ну все, бери. Теперь учимся плавать. Ложимся на воду. Нет, 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 лицом вниз. Вот, правильно. Так, одной рукой делаем грибок, другой держишься за доску. Потом меняем руки. Этой грибок, а этой перехватываем доску. Ясно? Давай. Нет, нет, ну а дышать кто будет? Скажи, кто будет дышать? Пушкин, что ли? Я же повторял, дыхание не задерживаем. Выдыхаем воду, а вдыхаем через воздушный карман. Я пытался, у меня нет никакого кармана. Ну так, я же говорю, голову в начале маха. Надо в бок, в сторону поворачивать, вот. Давай. Что? Голову поворачивать, пробуй. Все, стоп, стоп, стоп. Так не пойдет. Я. Мах правой, мах левой. Мах правой, мах левой. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Про ноги не забывай. И как-то интенсивнее поворачиваем корпус. Не ленимся, вот. Ну. Да я не лезь, мне просто живот мешает. Не спорить. Мах левой, мах правой, мах левой. Извини, что помешала, сестренка. Он ведь собирался тебя отвезти. Да нет, наоборот, ты меня спасла. Я уже не знаю, куда от него деваться. Боишься не устоять? Да нет, просто когда с одной стороны Тимошин такой веселый, обаятельный, настойчивый, а с другой... Что, у Бори все так плохо? Я его не узнаю в последнее время. Он у меня личность неординарная. Но в последнее время он ведет себя как пассивный неудачник. Ну а ты хвали его почаще. Глядишь, и вернется к нему уверенность в себе. Ира, за что хвалить? У него все через пень-колоду. Ну ты поищи. Ну или вон, Тимошин ждет. Yeah.
Отличная идея, сынок. А с собой обоим будет полезно. Так, на сегодня хватит, а то сейчас Карповы жаловаться придут. Дай еще разок один попробую. Я постараюсь помягче приземлиться. Ну-ка. Молодцы. Прекрасно. Вы решили дома погром устроить, да? А ты заодно и сына покалечить? Пока я покалечил только себя. А у меня все пальцы целые. Можешь даже проверить. Антошенька, ты музыкой сегодня занимался? Нет, еще. Живо, давай. Дай сюда. Нет, ладно, он ребенок, а ты? Он не ребенок, а будущий мужчина. А ты вон из него воспитала непонятно кого. Его каждый день в школе третируют. Ах, это я воспитала. А отца, значит, у него нет, да? Значит, ты натворил, ты убирай. Сынок, ты почему не спишь? А я сейчас портфель соберу. А это что у тебя здесь такое? А это сказали на тут принести. Мам, не ссорьтесь из-за меня с папой, пожалуйста. Сынок, хороший. Мы не будем, обещаю. Обещаю. Ты отдыхай. Не задерживайся. Пап, дай жест. Справишься? Справлюсь. Тяжело вам, наверное, без работы. Ой, и не говорите, Верочка. Угощайтесь. Спасибо. Приходится вот вместо жены сидеть теперь дома. А я же в домашнем хозяйстве полный бездарь. За что не берусь, все ломаю. Ну что вы такое говорите? Да с вашим коэффициентом интеллекта вам целыми корпорациями руководить нужно. Вы меня переоцениваете. Ну что вы, у меня профессиональное чутье на перспективных специалистов. Да? Хотите, я вам по хозяйству помогу? Мне не сложно. Нет, ну это как-то неловко. Ну, все равно спасибо. Ну, вы угощайтесь. Спасибо. Сосед, я не понял, ты за ремонт платить собираешься? Конечно. Когда деньги будут, сразу. Может, завтра? Жену завтраками кормить будешь.
Смотри, я ведь и в суд могу подать. Не надо в суд. О, а возьмите в качестве залога. А как деньги будут, я сразу отдам. Обещаю. Здравствуйте, Боря. Вера? Я вот все-таки решила зайти. Вдруг вам моя помощь понадобится. Ну, если это неудобно, я могу уйти. Да не, что вы, все нормально. Заходите. Вот. Знаете, Верочка, меня мама с бабушкой одни растили. Пылинки с меня сдували. К домашнему хозяйству вообще не подпускали. И вот, что выросло, то выросло. Какие у вас мудрые бабушка и мама. Вас, Боренька, беречь надо. Здорово. Так. О, как раз. Ну, я посуду помою. Нет, не надо. Честное слово, вы так здорово мне помогли. Да ну что вы, мне совсем не сложно. Да я сам, ну... Ну прекратите, я сама могу это сделать. Это не мужское занятие. Да нет, ну... А что здесь происходит? А это Ляля. Здрасте. Моя дочь. А это ее подруга, Галя. Здрасте. Они вместе учатся. Кстати, почему вы не в школе? А у нас два последних урока English. Англичанка заболела. А, англичанка заболела? А, это Вера. Она помогает мне найти новую работу. Не знала, что ты готовишься в домработнице. Очень смешно. Ладно, Галь, пойдем. Не будем вам мешать. Девочки, есть хотите? Нет. Уха почти готова. Нет. Спасибо. Мы уже ели. Поели в школе. Буйнова? Да. Ты зарплату собираешь получать или нет? Или нам денег не надо, работу подавай. А что, уже пора? Ну, да. Сегодня, между прочим, ровно месяц, как мы вместе. Работаем. Иди, тебя бухгалтерии ждут. Да, хорошо, спасибо, Дим. Я как раз закончила письмо для французов. Ну да. Угу. Алло, Боря, послушай, я зарплату сегодня получаю, подумаю, что нужно... Боря? А, не Боря. А, извините, я, наверное, ошиблась. Угу. Ну вот, кажется, все. Ой. Илья, еще чем-то могу быть вам полезна? Верочка, вы и так много для меня сделали. Мне тоже пора, мне еще за сыном в школу ехать. Вы рагу не забудьте поставить в холодильник? Только когда остынет. Я не знаю, как вас благодарить. Ну, вдруг я в каких-то формулах запутаюсь. О, сразу звонить. Ну, или вы заглянете. Пап, я гулять. Подожди, а обед? А уроки? Дети, дети, дети. Да. Дети сейчас сложные. Вашим сколько? А, у меня пока нет. А-а-а. Но очень хочется. Добрый вечер. Здравствуйте, Марин. Давно гуляете? Домой не пора? Не пора. У нас там какая-то фифа порядок наводит. Уху варит. К
Какая еще FIFA? Ляля, ты как что-то скажешь? Вот иди сама и посмотри. Алло. Алло, Боря. Боря. Это не Боря. А откуда у вас? Муженек выехал. За ремонт. Налички ж у него нет? Сколько? Он почти новый, предпоследняя модель. Думаю, баксов 900. Я спрашиваю, во сколько обошелся ремонт вашей машины? У вас наверняка осталась квитанция, так? Осталось. Борис, это ты? Борис, ты чего? Привет, мам. А мы тут тебя с ужином ждем. Да? Сами приготовили, да? Правда, молодцы? Как соленые огурцы. А, и чистота у вас такая, порядок в доме. Да, убрались, пыль протерли. Борис, ты чего? Да ничего. Держи. А где ты взяла? В лесу нашла. Ей здесь не место. Понял. Учту. А ты что, Карпову денег дала? Мам, пап, так мы будем ужинать? А вы ужинаете без меня. Я не голодная. Он тебя поджидает? Нет, девушку свою. Ты иди, пап. Дальше я сам. Точно? Точно. Ну, давай. Ну что, Лошок, страшно без папочки? Ни капельки. Иди сюда. Я вам мешала. А, нет. Проходи. Повышаю креативность. Нужны новые идеи для развития бизнеса. А, я тогда попозже зайду. Да нет, нет, проходи. Чего хотела? Я хотела спросить, что ты делаешь сегодня вечером? А что? Я могла бы поужинать с тобой. А. С мужем поругалась? Нет, нет, все в порядке. Просто я подумала, что месяц совместной работы, ну, это же практически как юбилей, да? Нет, но если ты не можешь, я тогда... Нет, 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 стой. Для тебя я всегда свободен. Хорошо. Тогда до вечера. До вечера.
вам просьба. Если вы о том, что Антошке надо больше заниматься, так я... Больше заниматься никогда не помешает, но я не об этом. Нам надо помочь с ремонтом помещения для занятий. А поскольку вы единственный свободный мужчина среди родителей... Я. Сделать надо не так уж много. Вынести шкафы, поклеить обои и покрасить полы. Извините. Да, пожалуйста. Да, Верочка. Боренька, у меня для вас отличная новость. Помните, я вам рассказывала про своего двоюродного дядю, который давно живет в Канаде? Верочка, извините, мне сейчас просто не очень удобно говорить. Боренька, у него международная консалтинговая компания. И он решил открыть здесь филиал. Я очень рад, Верочка, за вашего дядю, но правда, мне не очень как бы... Боря, ему нужен профессионал экстра-класса, вроде вас. Вы хотите сказать, что он хочет меня взять на работу? Да, да! Он специально прилетает сюда, чтобы встретиться с вами. Когда? Завтра. Я вам перезвоню. Верочка! Вероника Абрамовна, дорогая вы моя! Борис! Ну я все сделаю. Я обои переклею. И полы перекрашу. Все сделаю! Пап, может, все-таки с кулинарии что-то закажу? Как-никак праздничный ужин. Нет. Мы сами все приготовим. Больше мы маму обманывать не будем. А тебя точно возьмут на работу? Вдруг ты этому канадскому дяде не понравишься? Вера сказала, что никого, кроме меня, с ним знакомить не будет. Так. Ля-ля, а где у нас мука? Ля-ля? Наверное, гулять пошла. Мариш, я хочу выпить за тебя. За то, что ты снова появилась в моей жизни. За... Возьми. Извини. Угу, нормально. Да, Лялечка. Ты хочешь погулять с Галей? Да, я разрешаю тебе, только недолго. Договорились? Угу. Пока. Извини. Угу. Так вот, я страшно рад, что мы снова нашлись. И надеюсь, что больше никогда не... Прости. Да, Боря. Она не пропала, она только что мне звонила. Она отпросилась у меня, она гуляет с Галей. А она у тебя не спросила? Давай мы об этом поговорим дома, хорошо? Пока. Прости меня, пожалуйста. Ты что-то говорил. Говорил за тебя тост. Это, знаешь, это смешно, конечно, но я за всю жизнь так и не нашел женщины, которая... Да что ж такое-то, а? Да. Да, Антошенька. Скажи мне, родной, зачем тебе столовые ножи? Это секрет. Не нужно брать ножи, слышишь меня? Никаких ножей, я сказала. Мам, я ничего не испорчу. Я сказала нет. Ну, я... Сказала никаких ножей. Угу. А когда придет, не сказала? Прости меня, пожалуйста. Мне очень неловко, но... Отвези меня, пожалуйста, домой. Потому что они все равно не дадут мне нормально поужинать. Все, конечно, да. Девушка, читайте мне. Дети спят уже? Ужинать будешь? Я не голодная. А вы уже поужинали? Антошка наелся, когда мы готовили. Яля ушла гулять, вернулась поздно. Сделала уроки, я ее наругал. Она отказала, знак протеста. И не ест. Молодец, папаша. Супер воспитатель.
Оставил голодную дочь. А ты где была? Образцовая мать. У Димы сломалась машина. У Димы? А маршрутки с автобусами в этом городе кончились, да? А такси уже не ловится. Мам, пап, вы чего ругаетесь? Сынок, мы не ругаемся. Все хорошо. Ложись спать. Ну, просто... Боря! Борь! Да, Верочка. Да, доброе утро. А, сегодня? Конечно, могу. Обязательно буду, да. Все, до встречи. Алло, Димочка, привет. Да, у меня все хорошо, спасибо. Я хотела спросить у тебя, а ты джип починил? Вот и замечательно. А ты не мог бы меня забрать? Угу. До встречи. Пока. Поехали, тебя подведем. Спасибо, я пойду с папой. Сынок, давай скорее, ты опоздаешь. Я поеду с папой. Хорошо? Пойдем, дочек. Привет, принцесса. Привет. Спасибо тебе, сынок. Ты настоящий друг. А ты предательница. У Антошки сегодня контрольно. Заводись. Опа! Поехали. А почему ты назначила собеседование в ресторане, а не у себя в офисе? В офисе слишком формальная обстановка, а мне бы хотелось, чтобы вы с Борисом познакомились поближе. Вера, если это опять какой-нибудь твой любовник-недоумок... Борис мне не любовник, он гений. Ты сам увидишь. А, скажите, так вы согласны стать представителем нашей международной компании, Борис Сергеевич? Не знаю, я подумаю над вашим предложением. Как вас там, Виталий Федорович? Павел Александрович? Здравствуй, Борь.
Павел Александрович? Здравствуй, Борь. Здрасте. Привет. Привет. Папа руку правую сломал. Теперь не может нормально ни покушать, ни цветы полить. Присмотрите за ним в недельку, хорошо? И за оранжереей его тоже. А ты? А я в командировку уезжаю. Мария не звонила, она в курсе. Все, папуль, давай не скучай. Папульчика, не скучай. Да, но я... Все, я поехала. Ты прости меня, Боря, что я к вам как снег на голову. Не, ну что вы. Мы же семья. Нет, 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 Борь! Что? Сначала цветы, они сквозняков боятся. Вот эти. Боря! Что? Только не урони. Хорошо. Я очень-очень рад, что мы снова можем продолжить переговоры. Monsieur Timoshin vous accueille et vous demande pardon pour le malentendu. Nous allons également l'occasion de rencontrer à nouveau et discutons. Pardon. Да. Муж. Husband. Big husband. Да, она мне звонила. Боря, что я должна была сделать, скажи мне? Я на переговорах, мне неудобно разговаривать. Слышишь меня? Подожди, а куда папу доселить? Ну как куда? Ну к Антошке. Ага. Подожди, а Антошку куда? Боря, ну что ты как маленький? Ну Антошку посели к Ляле. Ага. Ну, пойдемте в комнату Антошки. Pardon. Pardon. Alors, je propose ne pas perdre temps discount enseignant. Oui? Угу. Oui. Я предложила сейчас не тянуть кота за хвост и сразу перейти к подписанию контракта. О, уй, о. Павлович, может, чайку? Нет, не стоит. Борь, ты ж куда-то собирался. Иди, иди. Я сам о себе позабочусь. Мне еще цветочки полить надо. С такой рукой. Тут Марина, кстати, пирог испекла, очень вкусный. Сейчас я вам разогрею. Ей-богу, Борь, не стоит, но я могу сам о себе позаботиться. Все, вы отдыхайте, располагайтесь, я пойду, у меня собеседование. Где ж ты так? Не, это водой надо. Да, Верочка, да. Да, уже выхожу. В смысле, уже бегу. В смысле, уже на подходе. Ага. Ой, мои дорогие. Нам же пора попить. Сейчас я вам налью. Пей, пей, мой дружочек, пей. Пей. Сейчас я вам налью. Пей, пей, мой дружочек, пей. С микроволновкой. Вы сами-то целы? Нормально. Можно я так немножко посижу? А то в ушах что-то звенит. Ой, скорую вызвать, Павел Александрович? Нет, 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 нет. Воды, пожалуйста, налей. Сейчас, господи боже мой. Пожалуйста. Вот. Не мне, цветам. Он скоро будет, вот увидишь. Мне не нужны разгильдяи, позволяющие себе опаздывать даже на собеседование. Счет. Не надо. Боря, не разгильдяй. У него наверняка что-то случилось. Ну да, он же гений. Угу. А с гениями всегда что-нибудь случается. Счет, пожалуйста. Не надо, пожалуйста.
Алло? Боренька, ну вы где? Где-то близко? Что? Его тесть током ударило. Pardon. Nous tenons à préciser point 15, alinéa 7. Oui, oui. У них возникли вопросы по пункту 15.7. 15.7, 15.7. Опять муж? Папа. Да, папа. Я бы, ну просто, я... Что? Что случилось? Я поняла. Я сейчас приеду, да, да. Пардонне-муа, же он проблем а ля мазон. Пардон. Дима, мне нужно убегать, у меня возникли проблемы дома. Буйнова, ты что, с ума сошла? Извини, пожалуйста. Ты куда бежишь-то? Прости меня, пожалуйста, но я не могу. Буйнова! Je... Pardon? Да, Верочка. Ну, вы же понимаете, что получилось. Ну, пожалуйста, передайте вашему дяде, что это, ну, форс-мажор. Простите еще раз. Боря, что случилось? Чего хорошего. Сорвалось мое собеседование. Работодатель не дождался меня. Ушел. Это все из-за меня, Боря. Не надо было мной заниматься, я уже в полном порядке. Боря, прошу тебя, позвони, передоговорись, иди навстречу. Все еще можно исправить. Это же важно для тебя, я же вижу. Что ж мне с вами делать, а? Excusez-moi. What do you want? Pardon? Restaurants. Drink. Games. Games. Oui. Ну, games, так games. Games. Oui. Ой, господи. Ой. Папа. Мариночка. Папочка, привет. Мариночка. Привет, родной. Ну что, все нормально? Ты цел? Все хорошо? Да все в порядке. Ничего страшного. Это я... Ну, тряхануло меня немножко. Ну, как так получилось? Боря, ну а ты? Человек сломал руку. Не может справиться. Неужели сложно помочь? Я... Мариночка, ну, Боря тут совершенно ни при чем. Это я сам. Папа, не лезь. У меня такое впечатление, что ты хочешь, чтобы я потеряла свою работу. Ты все для этого делаешь. А мне кажется, что ты очень дорожишь своей работой. Особенно своим начальством. Да, я дорожу своим начальством, потому что, в отличие от тебя, я думаю о своей семье. Ты понял? Папа, ты ложись, ничего не делай. Я скоро буду. Прости. Мариночка... Что это с ней? Да и с тобой. Что это с вами? Прекратили! Бобик! Зелепухин! Да не первый наш!
начали! Да? Это вы директору школы расскажете. Пойдем. Спасибо, Тох, выручил. Кошмар, кошмар! Врагов союзнички, молодцы! Эй, Свиля! Тимоша, а ты что здесь устроил? Что ты как маленький ребенок? Ну, подумаешь, расслабились немножко. Тебя же не было, ну. Зато мы теперь до вечера можем работать. На чем мы там остановились на пункте 15/7, так? Так, а вы будете с объекцией на пункте 15? No, под объекцией. No, 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 под объекцией. Вы мои хорошие. Ты что с ними сделал? Компьютерные игры сближают. Спасибо. И вот вам, Марина, постоянные стрессы. Их источником являюсь я. Не знаю, сколько мы еще выдержим. Ты не вини во всем себя, Борь. Ты же стараешься, я же вижу. Да что толку-то? Из меня тот еще домохозяин. А ты не отчаивайся, ты заботливый муж, прекрасный отец. 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 Отец! Антошку забыл со школы забрать. Кто, я? Я! Вы дед! О, о. Сынок. Привет, пап. Долго меня ждал? Прости, совсем о тебе забыл. Да я так и понял. Решил сам на автобусе доехать. Молодчина. Да не очень. Что? Что такое? Где это так? Да, пап. Ну ничего, Антош, заработаю, куплю тебе новый. Теперь мама решит, что я растяпа. Маме об этом знать не обязательно. Ты, главное, дедушке не говори. Дедушке? Да, он теперь у нас живет. Ничего себе, в школу сходил. Господи, что же делать, а? А что такое? Да, Фикус и Дерукали не выносят друг друга. Им обоим нужно больше света. А кто из них Церукали? Ёлка? Или вот эта фиговина с листьями? Сам ты церукалия, фиговина с листьями. Это терукали, редкое растение из семейства молочай. Из него, кстати, раньше добывали каучук. А это фикус из семейства тутовых. И мне его из Южной Африки привезли. Ужасно интересно. Павел Александрович, я что думаю? Может быть, эту вашу церукалию в гостиную поставить? Терукали. Я говорю, церукалия. Тирукали, ти. Короче, вот это вот растение, может, в гостиную поставить? Ну, там же окна выходят на север. И к тому же они очень плохо переносят разлуку со мной. Это еще что такое? Что случилось? Пап, что делают вещи Антошки в моей комнате? Ля-ля, Антон временно поживет у тебя. Что? Что? То есть ты меня упрекаешь? Нет, я не специально тебя дергаю. Просто у меня сегодня было ответственное собеседование. А я из-за всего этого его пропустил. А, то есть это я во всем виновата, да? Это я виновата, что ты не попала на свое собеседование, так? Не ты конкретно, но я твоему папе руку не ломал. И сюда я его специально не привез. Извините, Мариночка, руку я сам сломал. Папочка, родненький, ты не виновата, что я вышла замуж за человека, который не может самостоятельно решить ни одной проблемы. Более того, он их сам осознанно создает. Что? Это я создаю? Да, ты создаешь, Боря. Ты создаешь. Боренька, куда вы?
дома выгнали? Нет, сам ушел. Так может это, ко мне, а? Возьмем беленькой, пару плавленых сырочков, накроем как положено. Нет, спасибо. А что, отбедил его, что ли? Он ушел из-за меня. Я найду его и верну. Куда ты пойдешь, пап? Потом тебя придется всю ночь искать. Не надо. Я найду его и верну. Привет, бабушка. А папа нет, он из дома ушел. Нет, он просто с мамой поругался из-за дедушки. Нет, просто дедушка к нам переехал, а папа из-за этого на собеседование не попал. Так его уже давно с работы уволили. Он новую ищет. Вообще у нас все хорошо. Ладно, бабушка, пока. Мне уроки надо делать. Пока. Ты что, совсем уже, да? Прости, я тебя разбудил. Да хотел завтрак приготовить. Я всю ночь не спала. Борис вернулся? Я сейчас все сделаю. Боря! Боря! Ты где был? Я в машине ночевал. Ты... Замерз как цуцик. Мы с папой тебя больше часа искали. Да я сначала от Чинарика прятался, он меня к себе звал, а потом я пошел в гараж. Родители, я пока поживу у Галки. Это, прости, с какой стати? А с такой, что я не могу жить в одной комнате с Антоном. Никаких поживу у Гали, понятно? Ну, мам. Я сказала, нет. А давайте я в гостиной поживу. И я. Что? Ну, в гостиной поживу. Доброе утро, Дима. А можно я сегодня не приду на работу? У меня просто тут семейные обстоятельства, ну, совсем завал. Да, спасибо большое. Угу, пока. Штаты, отстой. Меня предки в Лондонский королевский колледж отправят. Вот там настоящий инглиш. Что это за чудо автопрома сейчас было? И кто такая гордая на нем примчала? Ник, привет. С тобой кто-то здоровался? Ты слишком высокого мнения о себе. Давай, иди отсюда. Слышь? Ты что, офигел? Артем, не надо! Не смей так с ней разговаривать, понял? Я тебя еще достану, ушлепок. Буду ждать. Спасибо тебе, Артем. Да не за что. Здравствуй, Боренька.
Здравствуйте, Анна Петровна. У вас какое-то торжество намечается? Нет, с чего вы взяли? Ну, Мариночкин папа приехал, а я мама. Мама? Я его мама, в конце концов. Да, но Боря не сказал, что вы к нам собираетесь. Конечно, ты же выгнала его из дома. Вот это неправда. Вы так говорите, потому что всю жизнь были против нашего с Борей брака. Да, если бы не ты, Боря стал бы всемирно известным математиком. Мама, перестань. Что перестань? Я перестань? Или эта женщина перестань, которая убила в тебе гения? А вы всю жизнь убивали в нем мужчину. Превращали его в комнатное растение, живущее одной математикой. А что, я правду сказал? Марина, да, Боря, да, да. А растение-то тут при чем? Чаю, может быть. Мужики, тогда сейчас тогда оба прям sit down, please. Да? А сначала стриптиз, потом едем в баню. В баню. Господи, как я вас отпарю. Вы себе представить просто не можете. Давайте. Господа, я готова приступить к работе. Где же дела дома? Уже нет. Месье, а бюро? Так, мужики, какое бюро? Мы парень собрались. Никаких парится. На работу. Давай поработаем, а потом прокуба. Прости, что я ей все разболтала. Да ладно. Пап, почему бабушка не любит маму? О, это долгая история. Я учился в аспирантуре, собирался защитить диссертацию. Но после встречи с твоей мамой все для меня потеряло смысл. Даже моя любимая математика. А бабушке это не понравилось. Ну, мягко говоря, да. Добрый день. Борис, вы про ремонт не забыли? Я? Конечно, не забыл. Отлично. У нас сегодня репетиция в актовом зале. Класс свободен, так что можете приступать. Пойдем, Антон. Помочь? Буду вам очень признателен. Спасибо. Елена, послушайте, я знаю, что Мариночка вам не очень-то нравится. Но у них же дети. Разрушать семью – это жестоко. А с чего вы решили, что я приехала разрушать? Я приехала спасать своего сына. Ну так давайте спасем их вместе. Приготовим ужин, посидим, поговорим. Давайте. Какой-то веки Боря поест по-человечески. А что вы решили приготовить? Тесто для лазаньи. Вы что, решили приготовить лазанью? Нет. Мы с вами приготовим зеленые щи и тыквенную запеканку. Ну, от одной порции лазаньи вреда не будет? Будет. Я это вам говорю как врач. Да, но вы же травматолог, а не диетолог. А вы вообще бухгалтер. Помогите, откройте. Ну что, Буйнова? Поздравляю тебя с успешным окончанием. Держи. Спасибо. Нашей французской эпопеи. И я тебя поздравляю. Ну что ты? Все же хорошо. Контракт подписан. Ребята вроде довольно уехали. Ну понятно. Дома опять катаклизм. Свекровь приехала. Ну, и она, конечно, тебя нежно любит. Да, обожает. Ну, да. Мы после свадьбы унежили. Потому что больше негде было. Угу. Так вот, от ее любви мне пришлось сбежать из дома через месяц. А муж?
А муж за мной. Ну, ему пришлось бросить науку. Первое время работал, где придется, охранником, репетитором, бухгалтером на полставки. Даже таксовал по ночам. А потом он поступил заочно на экономфак. Ну, в общем, на ноги мы встали, когда Ляля пошла в детский садик. Так вот, свекровь мне до сих пор не может простить этого. Говорит, что если бы не я, Боря бы получил Абелевскую премию. Ну, Абелевская премия — это то же самое, что Нобелевская, только для математиков. Ты знаешь, да? Я понял. Да. Слушай, вот все запущено. За тебя. На весь дом. Бабушка? Могла бы сначала поздороваться. Ну, привет. А ты что тут делаешь? Проведать вас приехала. Гостеприимная ты моя. Так что поживу в комнате у Антона, а он переберется к тебе. Так, с меня хватит. Никуда ты не пойдешь. Ишь, распустила тебя. Мать ваша. Да уж, я и не знал. Твоя это Вероника Абрамовна, интеллигентная с виду женщина. Какие выражения знает. Я ее вообще такой никогда не видел. Такого ремонта, если честно, тоже. Ты не обижайся, пап. Подумаешь. Новые обои наклею. Ну да. Полы очищу. Ну да. Ляля, ты куда собралась? Куда угодно, лишь бы подальше от бабушки. Лялечка, чем тебе бабушка-то не угодила? Это я и не угодила. Она сказала, что я вся мать, избалованная эгоистка. Спасибо. Мама. Только маме ничего не говори, ладно? Так. А что у нас за митинг такой здесь? Никакого митинга. Шли просто домой, случайно встретились. Лично я шла из дома. Так. С бабушкой поссорилась. Угу. Причем бабушка? Там еще и дедушка есть. Ну как? Божественно. Очень вкусно. Угу. Павел Александрович, а можно мне лазанью? Я помогу. Давай. Тыква. Ну, это дискриминация. Мы же ели ваши щи. У Бори и так лишний вес. А потом, тыква очень полезна для мозгов. Антошенька. Могли бы просто выставить меня из дома. Мам. Марин. Мам. Мам. Я тебя умоляю, не драматизируй. Мы тебя все очень любим. Я сегодня в очередной раз в этом убедилась. Мам, не надо, пожалуйста, путать любовь к тебе с любовью к тыкве. Я ее вообще всю детство ненавидел. Но ел ее, правда? Потому что я люблю тебя. Ты еще скажи, что я тебе все детство испортила. Скажи. О, тебе обязательно было ее провоцировать? Пап, я ее не провоцировала. Я просто хотела, чтобы мои дети попробовали твою лазанью. Все? Ой, жуть. Хоть совсем из дома беги.
Слушай, а давай и правда сбежим. Куда? Ну, в Африку или в Антарктиду. Давай ложиться спать, фантазер. Я вам все устрою. Еще попляшете. Знаете, кто такой? А я думала, что вы уже ремонт закончили. Добрый вечер. Добрый, я тоже так думал. Но от этих же ни Федоров спаса нет. Придется звукоизоляцию потолка делать. Интеллигенция, блин. Носится по квартире, как стадо бегемотов. Бум-бум-бум-бум. Так это же к ним родственники приехали. Да мне нас... Я им еще устрою. Помочь? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Пусть только пикнут ночью. Осторожно. Доброй ночи. Спасибо. Пап, это ты? Что я? Ничего. Мам? Я вас только пилю, а не сверлю. Карповы? Карповы, карповы! Совсем с ума сошли. Мамочка, будь здорова. Ты чего так расчихалась? Это все, это гадость. Цветок зацвел. Какой цветок? Азалия расцвела, драгоценная моя. Я этого 3 года ждал. Дождались. Выбросите его на помойку, на улицу унесите. Нет, нет, нет! Будьте здоровы. Только вместе со мной. Смерти моей хотите, да? Дай сюда! Дай сюда! Только не в гостиную, там окна на север! Будь здорова, мамочка. Будьте здоровы. Говорила, что этот цветок всех нас в могилу сведет. Это не цветок, я просила. Ну-ну. Доброе утро. Доброе утро. Простудилась, что ли? Ага. Ну, хочешь идти домой? Нет, я лучше поработаю. Свекровь-то стала? Мне кажется, еще пару дней мы друг друга просто убьем. Ну зачем же такие крайности? Хочешь, я тебе номер вот или сниму? Ну, переждешь нашествие родственников. Ты с ума сошел? Я семью не брошу. Ну ладно. Поработаем. Верочка. Добрый день. Здравствуйте. Как дядя? Провел 3 собеседования. Один из соискателей ему понравился. Ясно. Но еще не все потеряно. Я стараюсь убедить дядю, что это не лучший вариант. Если бы вы, Боренька, могли написать какое-то гениальное предложение по развитию филиала... Я попробую.
Да, но правда, у меня сейчас дома такой Содом и Гоморра. Мол, мне было тесте. Еще и мама моя приехала. Вы знаете, у меня дача пустует. Вы приезжайте в любое время, вам никто мешать не будет. Спасибо, Верочка, вы настоящий друг. Но я не брошу Марину с детьми в трудную минуту. Ну, это как-то неправильно. Добрый день. Добрый день. Не очень-то он и добрый. Это точно. У вас тоже с родными проблемы? Нету у меня родных. Один я. 5 лет, как матушка умерла. Надо бы на могилку сходить, цветы отнести. Так вот, даже денег нет. Да вы что? Ой, вот, возьмите и отнесите цветы на могилку матери. Да нет, нет. Возьмите. Ну, Павел Саныч, ты человек. Век не забуду. Я не могу смотреть на то, как вы неправильно живете. А тем более, как вы неправильно питаетесь. Мы исправимся, мама. А дети? Это же уму непостижимо. Ляля, что она хочет, то она и делает. Вы нас опять заливаете! Как? В смысле? Чинарик, сволочь! Просыпайся! Посмотри, что ты наделал! Убьюка! Осторожно, вы ему что-нибудь сломаете. Да ему башку отвинтить мало! Просыпайся! Знать бы, какой кретин ему только денег дал! Чинарик! Прошу прощения, но это я. Он цветы на могилу матери хотел купить. Папа! На какую могилу? Она жива, здорова! Так, ничего не знаю. Оплатите мне ремонт, диверсанты. И звукоизоляцию тоже. Простите, дети, он плакал. Ах, Чинарик. Марин, я вам могу помочь оплатить ремонт. Спасибо. Мы сами справимся. Мама, искренне хотела помочь, а ты... Я знаю ее помощь, Боря. Она потом полжизни будет попрекать мне. Прекрати делать из нее чудовище. Это подло и несправедливо. Не ори на меня! И давай не топай, разбудишь Карповых. А что, если я тебя так раздражаю? Я вообще могу уйти. Thank you.
Будь здоров, Боренька. Спасибо. Так. Я выброшу этот цветок. Немедленно. Ни в коем случае. Это редкая разновидность азалии. Мне ее специально из Бразилии привезли. Я читала о нем в интернете. Он ядовитый. Пусти! Я не позволю травить своего единственного сына и себя. Отдайте мне цветок. Не отдам. Сами вы ядовитые. Я ядовитая. Отдайте цветок. Немедленно. Не отдам. Не имеете права. Отдайте мне цветок. Боречка, на. Ой, боже мой. На, сынок. Водички. Папа! Водички. Доброе утро. Доброе утро. Ух ты, это мне? Иди, мне не до смеха. У меня у всей семьи аллергия на цветок. Можно пока постоит в офисе? Да, конечно, без проблем. Перевози сюда хоть все свои растения. Мариш, любой каприз. Спасибо. Надеюсь, у тебя нет аллергии на цветы? У кого? У меня? Угу. О, мне даже яд пауков не берет. Пойдем. Мама, у меня и так семья на грани развала. Ты считаешь, что это из-за меня? Нет, конечно. Из-за меня. Ну, плюс течение обстоятельств. Бернард Шоу говорил, жаловаться на обстоятельства – удел слабых. Сильные люди сами создают обстоятельства. Мам, ну не повезло тебе с сыном, что поделаешь? Пожалуйста, возвращайся домой. Ты гонишь родную мать? Мам, не добивай меня. Дай мне сохранить то, что мне дорого. Я куплю тебе билет. Спасибо, сынок. Купи обязательно. Здравствуйте. 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 Верочка, извините за беспокойство. Вы не могли бы мне на короткое время одолжить 2000 гривен? Да, да, конечно. Что-то случилось? Да с мамой у меня проблемы. Хочу ее домой отправить. Пока она меня с женой не развела. Вы знаете, я подруге одолжила. Буквально вчера. Жалко. Ну ладно, ничего. Что-нибудь придумаю. Извините. Борис! А? Я вам могу одолжить денег. Спасибо. Я вам с первой зарплаты сразу же отдам. Конечно. Спасибо, вы меня очень выручили. Не за что. До свидания, Вертика. Ты зачем это сделала? Не могу же я допустить, чтобы ячейка общества распалась. Что случилось? Я уезжаю. Дома срочные дела? Нет. Но здесь я всем мешаю. Ну это что, из-за меня, что ли? Да вы-то здесь при чем? Елена Васильевна, ну не надо. Я прошу вас, не уезжайте. Но я не буду больше готовить лазанью. Я помогу вам приучить детей к здоровому питанию. А если вам какие-то мои цветы мешают, Марина может увезти их к себе на работу. Да зачем же такие жертвы? Елена Васильевна, ну простите вы меня, что я назвал вас ядовитой. В живой природе ядовитые растения самые красивые. Прощайте, Павел Александрович. И какие направления вы сейчас осваиваете? У меня эксклюзив французами на выпуск линии модной одежды. Вот. Так что, если мы с вами сейчас заключим договор... Знаете что, а давайте-ка сначала посмотрим, что у вас получится. Ага. Просто если мы посмотрим, что у нас получится, извините...
Извините. То скидки не такие большие будут просто. А что с вами? Что, привезли какую-то заразу из-за границы? Нет, наверное, аллергия. Просто на цветы и все. Апши! Ага, аллергия. Еще не хватало от вас птичьим гриппом заразиться. Подождите, куда вы? Ну, Роза Юр! Елена Васильевна, вы оставайтесь, это я уеду. Нет уж, оставайтесь вы. Это же не вы разрушаете семью, а я. Боря, это ты? Это я. Купил билет? Вот, купил. Едем немедленно. Подожди, мамочка, но поезд отправляется в 17:00. Ничего, я подожду на вокзале. Я в этом доме ни секунды не останусь. Что, мамочка? Ой. Елена Васильевна. Елена Васильевна. Боря, кажется, сломала ногу. Мамочка. Боря, не трогай. Я знаю, как травматолог. Спасибо большое. Вот, купил. Молодец. Хоть с чем-то справился. Ну что, поехали. Вы что, куда? Нельзя. Гипс должен застыть. Застынет по дороге. У меня поезд вечером. Мама, ты никуда не поедешь. Еще как поеду. Мне в твоем доме делать нечего. И потом этот цветовод, террорист, я его видеть не могу. Мама! Ты никуда не поедешь, и это не обсуждается. Дима, я нашла тут одну документацию. Мне кажется, что ее переводить не нужно. Слышишь? О, Господи! А что, что с тобой? Дима, а что случилось? Что... Не подходи, не надо, все, я занят. Тебе надо в больницу, давай вставай. Надо в больницу. Давай, давай, давай. Париж. Все, бросай, все, поехали. Тихо, 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 тихо. Пойдем, мамочка. Не торопись, не торопись. Как могу. Подожди, я дверь открою. Так, давай.
Марина. Боря, а Елена Васильевна, что случилось? Здрасте. Мама ногу сломала. Диме очень плохо, нам, нам нужно срочно в больницу. Я тебе дома все расскажу, хорошо? Это она вот так переводчица работает, да? Мама, лучше молчи. Давай, садись. Аккуратно. Голову. Осторожно. Давай. Сейчас. Дим, ну не надо. Чего не надо? Уезжать не надо. Надо. Я тут всех отравил своими цветами. Соседей затопил. А сегодня еще и бабушка из-за меня нервничала. Упала и ногу сломала. Надо. Ну ты же не виноват в этом. Виноват. Тебе одному тяжело будет. Ничего, справлюсь как-нибудь. Хочешь, я с тобой поживу, пока тетя Ира не вернется. И буду твои цветы поливать. Чтобы еще с тобой что-нибудь случилось? Ни за что. Ну, дед. Дед мопед. Тьфу, ключ застрял. Да что такое? А, ладно. Мамочка, аккуратно. Господи, боже мой, это что такое? Дедушка решил от нас уехать. Павел Александрович, что вы опять придумали? Все-таки перелом. Представьте себе. Простите. Лучше бы вы со мной что-нибудь сделали. Мама! Мариш, ну тебе же некуда его деть. Я что-нибудь придумаю. Это глупо. А соврать, что у тебя сроду никогда не было аллергии, это умно. Тоже глупо. Я не хотел, чтобы ты считал меня слабаком. Тимошин, ты когда-нибудь повзрослеешь? Мариш, ну давай я хотя бы тебя до дома довезу. Чтобы тебе снова стало плохо, Дим, поезжай домой. Давай. И это... не забудь принять лекарства для профилактики. Это бесполезно. Они не выживут. Выживут, выживут. Ты, главное, не волнуйся только. Мама, что ты делаешь? Собираюсь на вечерний поезд. Ты что, ты никуда не поедешь? Не командуй. А Дошечка, помоги мне, пожалуйста. Бабушка, ну не уезжай! Так не трогай. Елена Васильевна, перестаньте, уеду я. Нет, уеду я. Нет, уеду я, Елена Васильевна. Бабушка, ну не уезжай! Так тихо все! Никто никуда не поедет. Значит так, ты иди делай уроки. А ты иди делай уроки. А ты, а вы идите займитесь цветами. Мама, а ты ложись. Тебе надо лежать. Врач сказал, никаких нагрузок на ногу. Боря. Что? Можно мне чашечку кофе? Кофе нельзя. Можно чаю. Сейчас сделаю. А что это вы цветочек туда-сюда носите, Мариночка? Да не знаю, куда его пристроить. Все от него чихают, а выбросить нельзя, папа расстроится. Да разве можно ж такую красоту выбрасывать, а? Угу. О, я смотрю, у вас праздник намечается. Степушка, а ты не хочешь ли цветочек взять, а? Могу. О! Чекушку поставить? Никаких чекушек. Могу котлетами накормить.
Ладно, согласен на котлеты. Подождите, а если случится аллергический шок? У Сёмки-то? Да. Да он настолько заспиртован, что змея укусит, и сама жизнь сдохнет от него. Это точно, Петровна. Чё? У меня закалка, ого, барматуха, атреноиди колончик. А портвейн какой был, на, 3 семёрки, это ж мечта. Слышь, ты не вздумай его продать-то, мечтатель. Это цветок Пал Саныча. Да что, зверь какой-то, чтобы продавать цветок Пал Саныча? Да не в жизнь. Точно продаст. Его. Боря, а что, я должна была бросить человека в беде? Марина, ты его практически обнимала. Я его не обнимала, я вела его в больницу. То есть ты хочешь сказать, что у твоего этого супермена аллергия на какой-то там несчастный цветок? Да, аллергия на цветок. Иначе зачем бы мы шли в больницу? Мы могли обниматься, целоваться прямо в офисе. Так вот, чем вы там занимаетесь? Успокойся, не сходи с ума. Я же не говорю тебе, что твоя мама специально сломала ногу, чтобы не уезжать домой. Ты мою маму не трогай, ладно? Между прочим, твой папа... Не надо! Дети! Это я во всем виноват. Папочка. Казните меня. Мариночка, у тебя есть что-нибудь от сердца? Ты хочешь довести моего отца до инфаркта, да? Если кто-то и доведет всех до инфаркта, так это ты. Ах, это буду я. Спасибо тебе, Боря. В таком случае я вообще могу отсюда уйти. Иди. Марина. Мама. Мама, не падай. Марина. Осторожно. Ах так, да? Я тогда тоже уйду. Дети, не уходите. Я завтра уеду. А я уйду прямо сейчас. А ну прекратите быстро, иначе мы сейчас сами из дома уйдем. Да, и в школу ходить не будем. Да, Верочка. Сегодня? Конечно, буду, Верочка. Обязательно. Спасибо, Верочка. Да, Верочка. Конечно, Верочка. Спасибо, Верочка. Сегодня просто объединение. И вообще утро замечательное. Мариш, а давай мы тебя сегодня на работу подбросим, а? Спасибо, Боренька. Обойдусь. Кажется, что у него другая женщина. Что ты придумаешь, а? Никакая другая не сравнится с самой лучшей женщиной на земле. И это я тебе как мужчина говорю. Слышь? Ты правда думаешь, что я себя накручиваю, да? Да. Ладно, больше не буду. Ну, вот умница. А ты настоящий друг. Поймите, дядя послезавтра улетает и вернется только через месяц. Так что нужно срочно показать ваше гениальное предложение. Это последний шанс. Черт, я так ничего не написал. Да у меня денег минуту на расписан.
Стирка, уборка, обед приготовить, Антошку в бассейн отвезти. Все, сегодня ночью сяду и что-нибудь напишу. Боря! Да. А в какой бассейн вы ходите? Волну, около парка. А можно я с вами? Знаете, я давно мечтала начать регулярно плавать, а без компании как-то не так. Да, конечно, Верочка, конечно. Вы же обещали, что ничего не будете делать. Да, вы тоже обещали. Мало ли, что я обещала. Я женщина, могу изменить свое мнение. Ой! Ой! Я вас держу. Ой. Я вас держу. Боже мой! Не бойтесь, я держу. Да я не боюсь. Ну? Ну, теперь отпустите меня. Если я вас отпущу, вы упадете. Нет, я не упаду, я буду держаться за стол. Боже мой, что вы делаете? Зачем вы меня посадили на стол? Я вас посадил, простите. Держитесь, держитесь. Вот, вот ваш костыль. Второй. Угу, вот второй. Нам с вами можно в цирке выступать с номером. Не говорите. Два беспомощных пенсионера. Спускаюсь. Давайте. Оп. Ну, видите, не такие уж мы и беспомощные. Как ваша нога? Нога? Ничего. А ваша рука как? Да, тоже вроде ничего. Название агентства знаете? Нет. Ну ничего, ничего найдем. Значит, вам нужны доказательства связи этой сладкой парочки. Бески. А что, если между ними ничего нет? Значит, надо, чтобы было. Понял. Будут. Только это уже двойной тариф. Вот возьмите. Все. Считайте, что птички попались. Ой, 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 ой. Квас забыли. Ничего подобного. Я еще вчера купил. Да? Да, я люблю окрошку только на квасе. А-а-а. Вот. А вот жена моя покойная, Тамара, окрошку только на кефире признавала. На кефире окрошку? Это не окрошка, это бог знает что. А некоторые кладут сливки. Да ладно. Это вообще кулинарный нонсенс. Только сметана, сметана, сметана. Я с вами абсолютно согласен. Но я с женой не спорил, готовил, как она любила. Тамара вообще была прекрасная женщина. Но характер, ой, характер. Вот дочери в нее. Так что, Елена Васильевна, большую часть своей жизни я прожил при матриархате. Боря ведь тоже жил при матриархате. Мне Марина про Бориного отца ничего не рассказывала. Ну, потому что нечего рассказывать, все банально. Влюбилась в преподавателя в институте. Он обещал развестись, но так и не решился. Так что у Бори в графе «отец» стоит прочерк. Может, это и сказывается? Да ничего не сказывается. У вас замечательный сын. Правда? Да. Я тоже так считаю. А у вас очень хорошая дочь. Правда? Да. Thank you.
Привет. Угу. Что ты там так увлеченно делаешь, Борь? Верочка попросила предложение приготовить. Я же синила. Вера, значит. Угу. И это будем. Плюс добавляем ликвидность. О! Привет, Мариш, ты дома? Да, я уже дома, Боря. А вот где ты, я не знаю. Федорова Марина Павловна? Я. Здравствуйте. А вам посылка. Здравствуйте. А от кого? А я не знаю. Мое дело передать. Пожалуйста. Спасибо. Распишитесь, пожалуйста. Как жизнь? О, ничего себе. Какая подлость и гадость. Марина задерживается. Ужин давно готов. Да приедет. Что там? Кто там? Марина? Может, мне поговорить с ним? Вряд ли он скажет правду. Скорее всего, все будет отрицать. Что бы ни случилось, я всегда рядом. Тебе есть кому уйти. Мой дом, твой дом. Спасибо, но у меня пока есть свой. До завтра. Что ты делаешь? Ничего. Боря, зайди ко мне. Потом. Нет, сейчас. Марина! Марина, пойдем-ка прогуляемся. Пап, я только вернулась с работы, я устала. Пойдем, пойдем, как раз прогуляешься, отдохнешь. Папа, как ты мог такое подумать? А что я должен был подумать? У нас нет ничего с Димой, он мой начальник и мой друг, все. Не ври отцу! Как тебе только в голову могло такое прийти? Ты не увиливай, признавайся, что у тебя с ней? Да Вера просто помогает мне найти работу, помогает! Если ты хочешь знать, то это у Бори есть другая женщина. Это у Марины роман с этим бизнесменом, спортсменом-красавцем. С чего ты взял? Может быть, я и не приспособленный к жизни тюфяк, но точно не идиот. Ты куда? Мусор мне вынести можно? Можно. Боря, можно тебя на минутку? Да,
Дети, считаю, вам надо поговорить. Ты думаешь, у меня есть время на какие-то там романы? Я тут все время с Антошкой, тут домашним хозяйством занимаюсь. Боря, я бы поверила тебе, если бы я не видела эти фотографии. Какие фотографии, черт возьми? Покажи мне хоть одну. Я их выбросила. Я должен в это поверить. Поговорю с этим. Дим, поговорю с ним как мужчина с мужчиной. Та-дам! Держи. Если он думает, что... Спасибо. Как дела дома? Да, лучше не спрашивай. Да ладно тебе, не кисни, все будет хорошо. Дима, а ты можешь отпустить меня сегодня в обед? На часа полтора. Я хочу с этой Верочкой поговорить на чистоту. Думаешь, надо? Надо. Ну, хорошо. Спасибо. Дяде очень понравились все ваши предложения. Сразу после возвращения он хочет с вами встретиться. Здорово. А что такое? Вы не рады? Вы нашли другую вакансию? Ничего не нашел. Наоборот. Все теряю. Жену, работу, себя. Боренька. Ну что ж вы такое говорите? Ведь благодаря этим невзгодам мы нашли с вами друг друга. Что вы хотите сказать? Я хочу. Я столько всего хочу вам сказать. Вы наполнили мою жизнь красками, светом, смыслом. Но я... Но ничего не говорите. Я знаю, вы пока не свободны, но я буду ждать. Я люблю вас. Вера. Тебя. Я люблю тебя с первой встречи, с первого взгляда. Ничего не говори. Я знаю, это чувство взаимно. Но что в сравнении с этим может быть какой-то штамп в паспорте? Мы поженимся, как только ты разведешься. Ах, вот как. Верочка, вы прекрасна. Вы чудесна. Правда, вы мне очень нравитесь. Но я не могу ответить вам взаимностью. Я люблю свою жену. Пусть даже она меня и разлюбила. Хорошо. Я буду ждать. Извините. Пам. Что, у вас настолько все плохо? Он собирается на ней жениться. Ох. Ну все, тише, тише, не плачь. Он не стоит твоих слез, слышишь? А ты сыграй напряжение. В смысле? Ну, подай на развод первое. У меня есть хороший юрист. Хочешь, мы прямо сейчас съездим к нему? Нет, я не хочу. Давай. Я не хочу.
такие дела, сынок. Будет у тебя теперь новый папа. Сильный, смелый и... Так, стоп. Я не понял. Ты маму любишь или эту тетю Веру? Конечно, маму. Но она... Значит, ты должен за нее бороться. Как? Придумаем. Мы же умные. Мы немало еды приготовили. Задача помириться, а не объедаться. А что ты не причесался? Мама, какой смысл причесываться? Уже 10:30. Марина трубку не берет. Наверное, к Диме поехал. Я ей сейчас покажу Диму. Я ей сейчас такого Диму покажу. И Диму, и Васю, и Аристарха Бенедиктовича. Да, пап. Ты где, Марина? Ты не кричи, пожалуйста, мне и так тошно. Отвечай отцу, когда тебя спрашивают. Я у тебя. Где? Я решила пока пожить в твоей квартире. Это еще почему? Ну, потому что мне нужно побыть одной и понять, как жить дальше. Марина, если дело во мне, то я уеду. Завтра же. Возвращайся в семью. Я прошу тебя. Нет, нет, дело не в вас. Отключила. Да. Да, мам, да. Да, еще не выходил. Ну, жду, конечно, что мне еще делать. Все, пока. Марина. Марина. Постой, Марина. Я не знаю, что я сделал, но я этого не хотел. Марина. Марин, постой. Да, сынок. Пап, это я. Да. До школы добраться без проблем. Прием. Марин, поехали. Марина. Марина, Марина. Да, сынок. Я говорю, до школы добрался, все нормально. Молодец, сынок. И ты позволишь какому-то несчастному Диме увести у себя жену? Почему, мам, он несчастный? Он счастливый. Он богатый, успешный, спортивный. Ну и что? Вот скажи ты, Павел, в подобной ситуации вы бы тоже сидели сложа руки? Я, конечно, нет. А что бы вы сделали? Я бы? Да. А я бы пригласил ее в ресторан. Вот. Рассказал бы о своих чувствах. Вот. Бесполезно. Она не придет. Боря, а ну-ка давай соберись. Ты мой сын или тряпка в конце концов? Соберись. Боренька, соберись. Мариш. Ну, возможно, сейчас не самый подходящий момент. Но все же выслушай меня. Я тебя слушаю.
Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я знаю, как тебя сделать счастливой. Поедем куда-нибудь вдвоем. Только ты и я. Дим. Войдите! Нефедова Марина Павловна? Да, это я. Распишитесь, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Марина, выкини опять это что-нибудь от дверь. Выкини его! Мужа уже не будет. Понятно. Может быть, он хочет помириться? Да развестись он с тобой хочет. А в ресторане сделать это красиво. Ты так думаешь? Я знаю! Не надо туда ходить, послушай меня, не надо туда ходить, побереги свои нервы. Я отправлю своего юриста, пусть он разбирается с деталями развода, все. А мы вместе с тобой поедем за город на неделю. Мариш, выспишься, придешь в себя, ну доверься. Ну что происходит, Дим, да почему? Ну что, Дим, мне, ну, что мне нужно сделать? Ну, даже он подевался-то. Кто? Да галстук. Мне Марина на годовщину свадьбы подарила. В шкафу ищи, на верхней полке. Смотрел уже, мам. Да, Верочка. Боренька, я на тебя, конечно, не давлю, но у меня отпуск скоро. И хотелось бы, конечно, провести его вместе. Верочка, я, к сожалению, сейчас немного занят. Послушайте, Вера, или как вас там зовут? Прекратите звонить моему сыну. И донимать его всякими непристойными предложениями. А, простите, а можно Бориса позвать? Борис счастливо женат и разводиться не собирается. Так что ищите себе другого кандидата в дураки. Боря! Боря! А я тебя предупреждала. Зачем ты это сделала? У вас прекрасная семья. И надо этим дорожить. Подожди, мама. Ты же всегда мне говорила, что у нас с Мариной... Да, говорила. Но даже я могу иногда ошибаться. Ну что стоишь столбом, ищи галстук. Привет. Ой, привет. Ты уже вернулась? Да, я отвернулась. Скажи, пожалуйста, что твои вещи у нас дома делают? Ну, в общем, я ушла от Бориса. Что? Уболтал таки Тимошин, да? Нет, Дима здесь ни при чем. Просто Бори... Роман? Что? У Бори роман? Ты что, с ума сошла? Он же, кроме тебя, в упор никого-то не видит. Оказался, видит. Вот. Прислал, хочет поговорить о разводе. И где же здесь про развод написано? Солнышко, жду тебя. Да он помириться хочет. Ты думаешь? Тут и думать-то нечего. Ну, просто Дима сказал, что... Не слушай ты Тимошина. Он лицо заинтересованное. Запоминай, пап. Неотразимо действуют на женщин следующие фразы. Что мне сделать, чтобы вернуть тебя? Я на все готов. Мне ни с кем не было так хорошо в постели, как с тобой. Где ты это взял? В интернете. Где же еще? В интернете. Да. Я же просил купить розы. Мама больше любит лилии. Держи. Какой красавец. Красавец. Боренька, соберись. Марина?
Леля, там Тёму избивают. Кто такой Тёма? Вы будете делать заказ? А. Нет, спасибо. Я сыта. Дима, когда мы можем уехать? Куда? Куда угодно, только ты и я. Да, хоть сейчас. Срочно в командировку, на неделю. Присмотреть за детьми, ну, конечно, Мариночка, а как же... Алло, Марин, ты слышишь меня? Марина! Положила трубку. Дайте. С рабочего звонила. Точно, это происки Димы. Он хочет ее куда-то увезти. Так чего же мы здесь расселись? Вперед! Марина! Марин, пойдем. Марина! Мариночка! Мам, не уезжай! Марина! Марина, пойдем, не слушай никого. Садись, садись. Я никуда не поеду. Что значит, ты никуда не поедешь? Это моя семья. Я их люблю. Мариночка! Мариночка! Родители, ну вы где? Завтрак уже готов. Боже мой, какая красота. Доброе. Приятного всем аппетита. Спасибо. Бон аппетит. Правильно, Мариночка? Merci beaucoup. Да, приятного и доброе утро. Доброе утро, Павел Александрович. Доброе. А вы почему не присаживаетесь?
Мариночка, Боренька, мне надо бежать. В зеленый дом новые растения завезли. Думаю купить. Правильно. Надо купить. Оно мне нужно на лечебную гимнастику ногу разрабатывать. L'appétit vient au manger. Аппетит приходит во время еды. Правильно? Да, все правильно. Правильно. Мариш, а тебе не кажется, что родители какие-то загадочные? А вы что, не знаете? У них же сегодня свидание. А дедушка-то какой у нас молодец. Не только за растениями ухаживать может. Ля-ля. Что? Виталий Федорович? Да. Нефёдов пришел. Нефёдов, здравствуйте. Очень рад вас видеть. И поздравляю вас. Вы приняты на работу в мою компанию. А как же так? Потом, вы знаете, я не думаю, что смогу работать после всей этой истории с Верой. И я проинформирован и рад, что между вами ничего нет. Терпеть не могу работать с мужьями и любовниками своих родственниц. Так что завтра же приступайте к своим обязанностям. Завтра же. Спасибо. Очень неожиданно. Даже лучше. Микроволновка. Слушай, я не знаю, что ты с ней сделала. Она работает как новая. Да. У твоего мужа есть прогресс не только в бытовой сфере. Боря, прости, пожалуйста. Я забыла спросить, как все прошло? Твой муж теперь финансовый аналитик крупнейшей компании с мировым именем. Да. Так что можешь теперь не работать. Нет, ну если ты хочешь работать, то, пожалуйста... Боря! Боренька, я поздравляю тебя, я нас поздравляю. Но у меня еще есть новость тоже. Я уволилась. И правильно сделала. Да, но ты не думай. Я не оставлю тебя одну на домашнем хозяйстве. У тебя будет свой персональный домохозяин. Боря, любимый домохозяин. Ты знаешь, я понял, что это самая тяжелая профессия. Да? А ты знаешь, мне твоя помощь очень даже пригодится в ближайшем будущем. Угу. Потому что с тремя детьми гораздо сложнее, чем с двумя. Конечно. Да? Три же больше, чем два. Марина. Марина, неужели? Марина. 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 Что бы это значило? Я думаю, это значит, что все у нас будет хорошо.